друзья. И вот мы снова с нашим эльфиком пришли к его семье. Он сел на ограждение и, наверное, спрашивает: мама, почему ты меня бросила? Почему ты отказалась от меня? Что? Да. На ручки. Иди, иди, иди. Наверное, все. Такую историю он у них спрашивает, не да? Не знаю, ты же видишь, он нервничает вообще. Да, он не хочет к ним не переходить. Будем, мы уже не второй будем. Раз его подводим к его не семье. И... Ну, по крайней мере, ты видишь, сейчас хотя бы слез с рук. Он насколько любит у меня на руках гулять. И вот он все равно вжимается в ладонь, да. Нервничает, очень нервничает. Давай, будешь банан или я Кире отдам? Смотри, Богдана, банан. Нет? Нет, мы даже в стрессе не ходим. Страшно. Да? Нет, нет, смотри, он прячется, все, пойдем. Не будем рисковать. Мы уже сделали для себя вывод, что эльфик подрастет, и будем создавать ему отдельную группу, искать пару. Да. Но это еще года через три будет. Найдем ему девочку и посадим отдельно. Не плачь, прячься. Все, все. Все, все, ни в какую. Ты ж видишь? Ой. Эльфик, давай отвлечемся. Смотри, у нас фиалка расцвела. Смотри, среди камней вылезла фиалка. Смотри, какая красота. Нет. Ничего, мы не хотим, нам страшно. Нам страшно, да, эльфичек? Нет, все хорошо. Все. Молодец. Молодец, все хорошо. Прошу, уходим мимо. Проходим, успокаиваемся. Чем тебя успокоить? И смотри какая. На дерево не хочешь? Кстати, это, друзья, не просто дерево здесь стоит, да, а дерево с удивительной историей. Этому дереву около 800 лет. И они к нам приехали. Да все, запрятался. У нас есть прекрасная там оливковая роща, Олег Алексеевич рассказывал. Это дерево тоже из той партии. Видите, его подрезаем, пересаживаем. Растет оно у нас давно и дает плоды. Сейчас плоды я вам, конечно, не покажу. Но это очень старая олива. Но это же откуда приехали? С Италии. С Италии? Да. Так что вот, друзья, видите, какие уникальные здесь есть растения в нашем зоопарке. Ну, можно будет тоже, Богдан, тебе пройтись по нашей оливковой аллее, посмотреть, какие у нас. У нас есть там два дерева, которым около 1000 лет. Олег Алексеевич точно знает возраст. Я, честно, не скажу, но мне тоже они нравятся. Там посмотрите потом. Ну все, что? Домой. Да, распереживался, да. Да, маленький наш, да, хороший. Да. Пойдешь к Боди на ручки? Пойдешь к Богдану? Нет. Иди к Боди. Друзья, нет, ну давай, как видите. Все. Прячься, успокаивайся. И прятаться не хочется. Мир надо наблюдать. Ну мы чего ругаемся? Все, уже все хорошо. Вот ты пескун. Все, садись на свое любимое место. И пойдем дальше. Давай, может, успокоимся, нет? Вот мы в прогулке, может, немножко отвлечемся на что-нибудь. Что мы еще с тобой можем посмотреть? Парниш, куда мы пойдем? Давай ты бамбук посмотришь. Ты хочешь на бамбук? Смотри, какой бамбук. Хочешь? И бамбук не хочешь. Ничего тебе не интересно. Ой, ты эмоционально возбудился, конечно. Но красиво-то как, друзья. Саймири на бамбуке. О, нет, я не ухожу. Нет, ты мой. Все. Боялся, что я его оставлю. Ни в коем разе. Ты что? Садись на свое любимое место, садись. Вот так нам нравится. Это, кстати, не только ему так нравится. Санчес тоже любил в таком положении гулять. Все, ты успокоился? Нет? Нет, все? И домой мы не хотим.
и никуда не хотим, мы будем гулять, да? Ты возмущаешься? Ну, порассказывай. Порассказывай. Давай посмотрим. Там у нас кто гуляет?